Доброго времени суток. Итак, вы зарегистрировались в программе FutureNet. Я вас искренне поздравляю, это правильное решение, потому что это одна из немногих программ, которая на протяжении последних лет дает реальную прибыль, возможность зарабатывать пассивный доход онлайн. Okay? Следующий шаг – нужно зарегистрироваться в программе FutureNet Pro. Это, в принципе, подразделение компании FutureNet. И именно это подразделение дает возможность зарабатывать где-то от 0,5% до 1% в день на свою инвестицию. Выглядит это таким образом. Вот вы просто покупаете рекламный пакет, пакет стоимостью $50. И здесь вот у меня их уже 20 пакетов, то есть на $1000. Соответственно, каждый день я получаю там от 5 примерно долларов на ничего не делаю. Единственное, что мне надо сделать в течение дня, это просмотреть рекламу, то есть нажать просто 10 раз на кнопку и просмотреть, вот так вот прогнать всю эту рекламу. Дальше я уже за этот день, считайте, прошел квалификацию, за этот день компания поделится со мной прибылью. Они работают по схеме Revenue Share, то есть как бы прибыль не гарантирована, но она есть. И за последних несколько лет она варьируется где-то от 0,5% до 1% в день. Да? Также я покажу вам, зачем это делать. То есть, смотрите, здесь есть такой калькулятор. Я дам вам ссылку в описании к этому видео на этот калькулятор. Ну, можете вот отсюда прочитать futureedprocalc.com. И здесь вы можете указать, то есть, например, если у вас там будет возможность купить на $1000 и реинвестировать вашу прибыль, и посчитаем за год, да, 365 дней, ну, просто для примера, грубо говоря, вы можете купить и 2 пакета на $100, 1000 просто будет более показательным. Что мы получаем? У нас получится такая вот табличка, в которой вы будете видеть, как быстро прирастает как бы ваш вот этот вот депозит и сколько вы можете заработать к концу года. Просто интернет обвалился. Вот эта таблица. Вот мы начинаем с 1000, 20 пакетов. В день 9,50. Здесь идет расчет на 1% прибыли в день. Видите? Реально сейчас он 0,5% примерно. Он варьируется, то есть бывает чуть больше, бывает чуть меньше, но в целом 0,5% вы можете рассчитывать. То есть, грубо говоря, где-то в районе 4,5-5 долларов в день на $1000 вы получаете. Но прикол в том, что вот эти цифры суммируются, и как только здесь выскакивает $50 или больше, вот добавляется новый пакет, он добавляется автоматом, если вы хотите, к вот этой сумме 1050, потом процент насчитывается уже на 1050 и так далее, видите. И через какое-то время у вас здесь получается уже $1500. Видите, пакеты новые образуются чаще. Дальше, 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 дальше. То есть при этом раскладе к концу года у вас получится где-то в районе, сейчас посмотрим, 4000, да? Это в районе 4000. Сразу говорю, что этого не будет, то есть такой цифры вы не увидите. Будет в районе где-то 2,5, я думаю, $1000. Но при инвестиции это в 2-2,5 раза вы точно увеличите свою инвестицию. Это единственная программа, которая позволяет сейчас вот так вот работать. То есть фактически вы все, что вам надо сделать, это раз в день, можно делать это раз в 2 дня, пройти квалификацию, то есть прощелкать вот эти вот объявления. Собственно, вы можете, какие-то из объявлений могут вам реально понравиться. В некоторых проектах я начал участвовать, и я о них узнал из рекламы, которую я увидел здесь на FutureNet Pro. Да? То есть, как бы, это рекламный модуль. И точно так же, как люди платят здесь за то, что дают рекламу, точно так же и вы можете показывать свою рекламу. Например, я использую это в своем бизнесе. На каждых $50, которые вы сюда вложите, вам дают 800 показов рекламы. Да? Вот. И вы можете рекламировать любую страницу свою аффилиатную ссылку там и так далее.
Фактически, если у вас есть свой бизнес, то вы можете бесплатно его рекламировать, еще и зарабатывать на этом. Вот так работает эта система, поэтому, еще раз говорю, я вам рекомендую просто пройти регистрацию, заходите в бэк-офис свой FutureNet, и вам нужно будет найти здесь такой раздел, который называется «Бизнес», и зарегистрироваться. Ну, я вот в этих пакетах я не участвую, да, то есть... Мне это не интересно. Я работаю именно с FutureNet Pro. Вот. Детальнее про FutureNet Pro у меня есть информация на сайте profitmania.ru. Вы можете с ней познакомиться. Ну, возможно, вы с этого сайта и узнали об этой программе. Вот здесь программа пассивного дохода. Пассивный доход FutureNet Pro. И здесь есть про FutureNet Pro, про FutureCoin, Future Network и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз говорю, что я поздравляю вас, что вы зарегистрировались. Нам нужно двигаться дальше. Заходите, регистрируйтесь на FutureNet Pro, вносите покупайте первый пакет и начинайте двигаться к своей цели. Моя цель — это получать $100 в день пассивного дохода. Как видите, уже где-то начиная с цифры 60 пакетов, да, 60 пакетов, тут через день идет $50 прибыли, да. Вот, я хочу, чтобы было вот так, вот каждый день хотя бы $50, раз, и так далее, то есть, чтобы раз в два дня я мог вынимать $100, то есть, я к этому иду. И, как видите, не нужно больших инвестиций для того, чтобы буквально за год-полтора достичь этой цели. То есть, грубо говоря, если здесь у вас будет сразу стоять не 20 пакетов, например, на $1000, да, а 40 на $2000, или давайте поставим, например, поставим, ну пускай это будет на $3000, например, 60 пакетов, да. Посмотрим, что у нас получается при таком раскладе. Вот $30000. И вот, видите, как эти пакеты очень быстро начинают прибавляться. Мы будем видеть дни, когда два пакета покупаются. Вот я хочу достичь вот этого. Чтобы, видите, 95 пакетов и каждый день покупка нового пакета возможного. То есть... Как видите, не нужны большие цифры для того, чтобы зарабатывать $50-100 в день на автопилоте в пассивном варианте. Единственное, что нужно двигаться побыстрее, просто потому что вы можете столкнуться с тем, что компания, она же не гарантирует этот процент или полпроцента, что с каждым годом этот процент уменьшается, потому что количество как бы людей увеличивается. В общем, разные есть моменты в этой связи. Давайте просто интересно посмотрим для 10 000. Это 200 пакетов. Что у нас получается? Допустим, у нас с вами есть свободная десятка. И вот что получается. Вот для 10 тысяч каждый день $100 прибыли. Даже больше. Ну вот они добавляются сразу же сюда к пакетам. Здесь 201, 203, 205, 207, 210. Вот так это все работает. Все, это небольшая презентация такая для вас. Желаю вам удачи. Если будут вопросы, обращайтесь.